Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Спортмикс». В студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищете подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены. Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза». Все для вашей спортивной семьи. В столице Кыргызстана, городе Бишкек, прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд 4-го дивизиона. И сегодня мы вам покажем лучшие моменты матчей с участием сборной Кыргызстана. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». Итак, в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой в 4-м дивизионе. Мы смотрим с вами фрагменты торжественного открытия соревнований. Анвар Марканов открыл этот чемпионат, президент Федерации хоккея с шайбой, а президент Кыргызстана Садыр Нургажиевич Жапаров сделал такой символический вброс шайбы и пожелал хоккеистам удачи в турнире. Итак, первая игра с участием Кыргызстана, где они встретились, где хоккеисты Кыргызстана встретились со сборной Ирана. Наши хоккеисты в красной форме и, соответственно, в бело-зеленой форме соперники кыргызстанцев, сборная Ирана. Уран Турсунбеков открывает счет. Кстати, стартовая пятерка у нас выглядела так. Баксат Мырзабаев, Уран Турсунбеков, Кирилл Ким, Михаил Чевалов и Артур Асаналиев. Это вот у нас первая пятерка. Аплодирует президент нашей страны заброшенной шайбе. И вот очередная атака в исполнении кыргызстанцев. На этот раз Кирилл Ким проталкивает шайбу в ворота. Счет становится 2-0. Следующий фрагмент матча в атаке сборная команда Ирана. И иранцы забивают. Не смог выручить нашу команду Александр Петров. Практически один перед воротами оказался иранский игрок. И таким образом счет стал 2-1. Но забегая немного вперед, могу сказать, что это была единственная шайба, которую забросили иранские хоккеисты. Но вот мы видим, практически через всю площадку прошел 19 номер Артур Асаналиев. И счет становится 3-1. Сделан передачу на партнера по команде. И Кирилл Ким оказался тут на пятачке и забросил шайбу в ворота. Следующий момент матча. Вновь атака кыргызстанской команды. И очередная шайба влетает ворота иранского вратаря. Таким образом, счет становится 4-1. Но если говорить вообще о хоккее у нас в стране, то при Советском Союзе, в принципе, не особо развивался у нас этот вид спорта. По-моему, один раз принимали участие кыргызстанские хоккеисты в зимней спартакиаде народов СССР. И, по-моему, все, не прижился этот вид. Хотя мальчишки во дворах заливали лед, вставали на коньки, играли хоккей с шайбой. Тем более в то время, как вы помните,
Все знали, кто такой Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов. Все, конечно же, хотели быть мальчишки на них похожими. И довольно-таки много ребят играло в хоккей именно с шайбой. Но по-настоящему, так сказать, хоккей у нас начал развиваться уже после обретения независимости. В 2008 году у нас была, так сказать, воссоздана Федерация хоккея с шайбой, а весной 2011 года наша федерация была принята в Международную Федерацию хоккея с шайбой. Но мы видим очередную атаку в исполнении кыргызстанцев. Саламат Теналиев на этот раз отличился. Счет стал 7-1 в пользу кыргызстанцев. И очередная атака проходит по правому флангу. Наш игрок, передача на партнера и восьмая шайба в воротах иранской команды. Давайте еще раз посмотрим. Это Султан Исмаилов оказался тут на пятачке. И, в принципе, довольно, так сказать, уверенно реализовал свой момент. Там практически нужно было подставить клюшку, и это ему удалось. Очередная атака нашей команды. Удар, смотрите, какой удар. Даже клюшка у иранского хоккеиста сломалась от удара. Еще раз давайте посмотрим, сейчас, наверное, будет видно. Да, вот по клюшке попадает шайба, и такой вот, представьте себе, силы удар, что даже клюшка сломалась. Это вот таким ударом Артур Асаналиев у нас обладает. Еще одна атака. И действительно, довольно-таки зрелищный, хороший хоккей продемонстрировали наши хоккеисты. Ну, в принципе, можно отметить, что, конечно же, это не наш уровень. Здесь команды послабее, чем играли мы ранее вот в третьем дивизионе. Но об этом я вам расскажу немного позже. Команды ушли на перерыв. И второй период встречи, точнее, третий период встречи сборной Кыргызстана играет против Ирана, и очередная шайба в воротах иранской команды. Таким образом, счет становится 13-1, и наша команда выигрывает в своей первой игре. Ну и в первом туре также играли Кувейт и Малайзия. Малайзийцы обыграли кувейтцы счетом 5-3. Затем в следующем туре играл Сингапур с Ираном. Иранцы выиграли со счетом 5-2. Ну а мы с вами уже наблюдаем вторую игру с участием нашей команды, где кыргызстанцы встретились с командой Малайзии. Ну и до этой игры Сингапур играл с Кувейтом, и сборная Сингапура обыграла Кувейт со счетом 4-0. Итак, Малайзия, Кыргызстан. Наши хоккеисты вновь в красной форме и в такой бело-оранжевой форме хоккеисты сборной Малайзии. Кстати, еще до того, как была образована, точнее, еще до того, как нас приняли в Международную Федерацию Хоккея с шайбой, наша команда приняла участие в премьер-дивизионе во второй лиге зимних азиатских игр в Казахстане. В Астане проходили эти соревнования. И, к удивлению как самих команд-участниц, так и к удивлению специалистов, наша сборная не проиграла ни одного матча и выиграла турнир, получив таким образом право на участие в третьем дивизионе чемпионата
мира. Кстати, вот в той команде играл нынешний президент Федерации хоккея шайбы Кыргызстана Анвар Марканов. Ему уже было за 40 лет, вот тем не менее он играл за нашу сборную. Кстати, несколько человек тогда было в возрасте старше 40 лет, которые играли за сборную Кыргызстана и, как я уже сказал, выиграли азиатские игры, получили право участвовать в чемпионате мира в третьем дивизионе. Но справедливости ради нужно сказать, что в то время были, так сказать, не лучшие времена в финансовом плане, и мы даже не сделали попытку, чтобы подать заявку на участие в чемпионате мира. Но все-таки в 2014 году Международная федерация хоккея с шайбой все-таки предложила Бишкеку провести у нас здесь первый дивизион Кубка вызова Азии по хоккею. И, в принципе, этот турнир мы провели. Кстати, мы два Кубка Азии проводили в Бишкеке и провели довольно успешно. При счете 6-0 команды ушли на перерыв, и мы смотрим наиболее интересные моменты второго периода встречи между сборными Кыргызстана и Малайзии. Очередная шайба в воротах малайзийцев. Еще раз смотрим этот момент. Хорошо играют наши на пятачке, на добивании 7-0 становится счет. И удар в исполнении малайзийского нападающего, и вот рикошетом шайба влетает в ворота Александра Петрова. Ну, кстати, вот 7-1 стал счет, и как в прошлой игре с иранцами, малайзийцы забили единственную шайбу в игре. Опять же, скажу, забегая немного вперед. Ну, а здесь уже Максат Мырзабаев оказался перед вратарем на добивании и забросил 9-ю шайбу в ворота малайзийского голкипера. Ну так вот, в 2014 году было предложено нам провести Кубок вызова. В нем участие приняли 4 сборные. Ну и, кстати, победитель турнира получал право на участие в топ-дивизионе зимних азиатских игр в Японии и в следующем топ-дивизионе Кубка вызова Азии. Ну и наша команда показала прекрасную игру, выиграла все 3 матча и вышла на правах лидера в полуфинал. В полуфинале сборная Кыргызстана обыграла команду Индии, однако в финале наши хоккеисты потерпели первое поражение в своей новейшей истории, причем потерпели поражение от хоккеистов Макао и таким образом не смогли отобраться на азиатские игры. А у нас уже счет 12-1 в пользу сборной Кыргызстана. В очередной раз отличился Максат Мырзабаев, 9-й номер нашей команды. 11-1 счет, точнее не 12, но 12-я шайба, так сказать, не за горами. И вот мы видим бросок в исполнении нашего игрока. Это все тот же Максат Мырзабаев, который увеличивает, так сказать, разрыв в счете. 12-1. Вновь в атаке наша сборная. По левому борту проходит 18-й номер нашей команды Антон Кудашев и забрасывает шайбу в ворота. Блеснул Антон индивидуальным мастерством и между щитками вот пробросил шайбу в ворота голкипера малайзийской сборной. Еще одна атака в исполнении кыргызстанцев и очередная шайба влетает в ворота соперника. Сам он решил, обманул, наверное. Продемонстрировал нам 23-й номер индивидуальное мастерство. Ну и в принципе в настоящее время можно отметить, что у нас
Ну, практически всего одна пятерка легионеров. Если раньше за нас играло где-то 10-12 легионеров, то в настоящее время у нас уже есть свои игроки довольно хорошего уровня. И вот в этом чемпионате мира за нас играло всего практически 6 легионеров. Но они даже, можно сказать, не легионеры. У них паспорта граждан Кыргызстана. То есть они уже практически являются гражданами нашей страны и выступают за Кыргызстан. Очередная шайба в воротах малазийской команды. Султан Исмаилов это отличился и при счете 16-1 команды ушли на второй перерыв и третий период встречи. И практически вот в самом начале периода Максим Егоров, а нет, это не Максим Егоров был, это был 12 номер Саламат Теналиев, подправил шайбу в ворота соперника. 17-1 счет, и практически вот ничего не могут противопоставить малазийцы нашей команде. Очередной бросок по воротам и очередная шайба в воротах соперника. Итак, касаясь истории, далее. Весной 2018 года сборная была заявлена в квалификационный турнир третьего дивизиона чемпионата мира, который прошел весной 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах. В дебютном матче 31 марта был повержен прошлогодний дебютант сборной Кувейта со счетом 14-0. В той встрече три шайбы забросил Александр Титов. Кстати, как любители хоккея, любители спорта знают, в дальнейшем он был дисквалифицирован, так как ранее играл в чемпионате России, и во всех четырех играх, в которых он выступал, нам было засчитано техническое поражение. В последнем матче квалификационного турнира сборная Кыргызстана выиграла и без Титова, но в итоге заняла последнее место, выиграв все матчи. Ну и хотя, также справедливости ради нужно отметить, что после всех, так сказать, разбирательств, все-таки было признано, что Александр Титов не нарушал, так сказать, правил, играл совершенно официально. Но это, видимо, там арабы постарались, чтобы сборная Арабских Эмиратов выиграла тот турнир. Ну, что было, то прошло. 22-1 счет у нас в матче Кыргызстан-Малайзии. Со счетом 22-1 мы выиграли. И следующая игра, где сборная Кыргызстана встретилась с командой Сингапура. До этой игры играли Малайзия и Иран. Иранцы выиграли со счетом 7-3. Ну, а у нас первая шайба в воротах сборной Сингапура. Вот мы видим шестой номер Кирилл Ким за воротами вот так прошел. Оставили его все без внимания. И Кирилл забрасывает шайбу. Счет становится 1-0. Очередная атака нашей команды. Бросок, так сказать, со средней дистанции. Вот, нет, не со средней, практически от синей линии был бросок. И шайба в воротах, счет становится 2-0. Ну так вот, как бы было в конце концов в Международной Федерации Хоккея с шайбой выяснено, что Александр Титов как бы без нарушения каких-то правил играл за нашу сборную. Ну и, можно сказать, понимая спорность вот этого своего решения, когда лишили нас первого места Международная Федерация Хоккея, как бы дала возможность Кыргызстану провести чемпионат мира в четвертом дивизионе у нас здесь, в Бишкеке. Что вот, собственно, и произошло, чему мы были свидетелями. Летом, кстати, 2019 года
было также довольно интригующе у хоккеистов. К июню были сформированы отборочные и квалификационные группы за выход на 24-е зимние Олимпийские игры. И однако вскоре после этого в Международную федерацию посыпались отказы от целого ряда сборных принять участие в отборочных квалификационных турнирах. Ну и по большому счету Кыргызстан как бы не надеялся принимать участие в этих соревнованиях, однако осенью наша команда получила приглашение на турнир в предквалификацию в группе М. Этот турнир проходил в Люксембурге в начале ноября 2019 года, и наши хоккеисты уверенно заняли первое место, победив всех соперников. А у нас вот 6-0 после первого периода счет. И лучшие моменты второго периода встречи между сборными Кыргызстана и Сингапура. Ну а мы видим очередной гол в исполнении Максата Мырзабаева. Переиграл он вратаря. Давайте еще раз посмотрим этот момент. И счет становится 7-0. Ну так вот, в предквалификации в группе наши заняли первое место, победили всех соперников, и это дало возможность сборной Кыргызстана выйти во второй квалификационный турнир. Этот турнир в группе К проходил в середине декабря в румынском городе Брашов. Ну и вот в этом турнире наши хоккеисты потерпели 3 поражения и выбыли из дальнейшей борьбы. Но, тем не менее, нашу сборную уже, в принципе, довольно неплохо знают. Ну и, кстати, в настоящее время в Международную федерацию хоккея с шайбой входит 82 страны-участницы. Максат Мырзабаев вновь отличился, 9-0 счет. И в атаке 15 номер, передача на партнера была, на Султана Исмаилова, который и забросил очередную шайбу, 10-ю, ворота сборной Сингапура. Не помню, говорил я вам, нет. Говорил, по-моему, президентом Международной федерации хоккея является Люк Тардиф. Ну и третий период заключительной встречи между Кыргызстаном и Сингапуром. Очередная атака. И Артур Асаралиев вот таким броском поражает ворота соперника. Великолепный удар и очередная атака в исполнении хоккеистов Кыргызстана. Запутались тут возле ворот что-то защитники сингапурской команды. По-моему, от вратаря шайба и закатилась в ворота. Давайте еще раз посмотрим. Ничего, ну нет, себе, все-таки да. Наш игрок бросил 7-й номер, это Султан Исмаилов, и уже от щитка вратаря шайба попала в ворота. 12-0 счет, очередная атака, и 23-й номер нашей команды забрасывает очередную шайбу в ворота Сингапура. И счет становится 13-0. Вообще стоит отметить, что в течение недели прям такой спортивный праздник был на ледовом катке. Очень много болельщиков пришло поддержать нашу команду. Ну и в принципе, как я уже сказал, это был настоящий праздник. Вот вы в принципе можете видеть, как болеют с флагами, с барабанами. Приходили сюда болельщики и довольно хорошо поддерживали нашу команду. Все-таки хоккей у нас в стране довольно популярен. Ну а мы видели, что Максат Мырзабаев забросил 13-ю шайбу. И вот 14-я уже шайба в воротах сборной Сингапура. Михаил
Чевалов, чтобы, видимо, не останавливаться на числе 13, которое во многих странах считается несчастливым, забивают очередной гол. И таким образом выигрывает наша команда со счетом 15-0 сборную Сингапура. И в заключительной встрече наши хоккеисты встретились с командой Кувейта. До этого сборная Сингапура со счетом 8-2 обыграла Малайзию. Ну и лучшие моменты встречи — Кыргызстан — Кувейт. Вот мы видим, 9 и 8 номер сыграли. Вот так по-футбольному говорят в стеночку Максат Мырзабаев и Ислам Абдраев. И вот Ислам отличился, забросил первую шайбу. А это уже вторая шайба в воротах сборной Кувейта. На этот раз отличился Максат Мырзабаев. 2-0 счет и очередная атака в исполнении кыргызстанцев. Практически один в один выходит 15 номер на вратаря соперника. Это Максим Егоров. И счет становится 3-0. Ну, кстати, выиграв чемпионат мира в четвертом дивизионе, наша сборная получила право участвовать в чемпионате мира в третьем дивизионе в группе Б. Но это будет уже через год, то есть в 2023 году наша сборная выступит в третьем дивизионе в группе Б. Первый период у нас завершен, 4-0 счет в пользу сборной Кыргызстана и лучшие моменты второго периода. В этом году, кстати, в третьем дивизионе в группе Б играют команды Южноафриканской Республики, Гонконг, Таиланд и Босния и Герцеговина. Чемпионат планируется провести с 14 марта по 9 апреля в небольшой люксембургской деревушке Коккельшойер и в городе Кейптауне. Вот в двух городах будет проходить чемпионат мира в третьем дивизионе в группе Б. Ну и, как любители хоккея, наверное, знают, другим поясню, что победитель группы Б третьего дивизиона, опять же, через год будет участвовать в третьем дивизионе, но в группе А уже. В группе А играют команды Северной Кореи, потом команда Туркмении, Люксембурга. В общем, пять команд там играет. И победитель вот третьего дивизиона группы А уже идет дальше. То есть из третьего они переходят во второй дивизион, в группу Б. Там также две группы А и Б. Ну, то есть нашим хоккеистам куда стремиться. Первый шаг, так сказать, уже сделан. На следующий год мы будем выступать в третьем дивизионе в группе Б. Ну а какие соперники нам достанутся, это станет известно после чемпионата мира, который вот буквально на днях по плану должен начаться. Ну и будем надеяться, что наши игроки проявят себя. Ну, в принципе, практически со всеми командами из третьего дивизиона мы уже играли и практически всех выигрывали. Очередная атака в исполнении кыргызстанцев и очередная шайба в воротах сборной Кувейта. Прекрасная атака. Вновь отличился 23-й номер нашей команды. Итак, счет уже 9-0. Завершен у нас второй период и заключительный третий период. И вот мы видим, что оставили совсем без внимания Максима Егорова. Вот он спокойно так обошел за воротами, объехал и практически в пустые ворота забросил шайбу Максим Егоров. И следующая атака в исполнении кыргызстанцев. И вот на добивание здесь вновь Исманов, наш 23-й номер. В принципе, тоже довольно такой результативный игрок Исманов.
забросил очередную шайбу в ворота Кувейта. 11-0 счет, очередная атака, и здесь уже индивидуальным мастерством блеснул еще один наш игрок, сумел обыграть вратаря. Это, по-моему, был Максат Мирзабаев. 12-0 счет, очередная атака и очередная шайба в ворота сборной Кувейта. Ну и, кстати говоря, как вы уже поняли, команда Кыргызстана завоевала золотые медали, заняла первое место. Второй результат показала сборная Ирана, стали серебряными призерами, и команда Сингапура завоевала бронзовые медали. А у нас под концовку матча еще одну шайбу провели хоккеисты Кыргызстана в ворота Кувейта. И таким образом со счетом 14-0 закончилась эта игра. Присутствовал на игре президент Кыргызстана Садыр Джапаров, а это вице-президент Международной Федерации Хоккея. На ваших экранах был Айвас Амарканов, самый молодой вице-президент Международной Федерации Хоккея в истории. И, как я уже сказал, еще раз напомню, Айвас Амарканов будет отвечать за Азию и Океанию. Итак, сборная Кыргызстана получает золотые медали. Это вратари Александр Петров и Кадыр Алымбеков, защитники Кузьма Терентьев, Максат Мирзабаев, Уран Турсунбеков, Александр Тихонов, Адис Качкенбеков, Максим Егоров и Антон Кудашев, и нападающие Александр Титов, Арсултан Мирбеков, Кирилл Ким, Султан Исмаилов, Ислам Абдраев, Саламат Тыналиев, Владимир Танких, Михаил Чевалов, Владимир Носов, Артур Асаналиев и Яромир Шамарканов. Главный тренер сборной команды Кыргызстана, российский специалист Павел Сазонов. Награждается наша команда. Поздравляем наших хоккеистов, Федерацию хоккея с золотыми медалями, с победой на чемпионате мира в 4-м дивизионе. И вот мы видим, что вручают нашему капитану Михаилу Чевалову кубок, так сказать, победный. И мы поздравляем сборную Кыргызстана с этим успехом и будем ждать следующего года, чтобы болеть уже за наших хоккеистов на чемпионате мира в 3-м дивизионе. В 3-м дивизионе в группе Б. Мы желаем нашим хоккеистам дальнейших успехов, а сегодня у нас в гостях президент Федерации хоккея с шайбой Кыргызской Республики Анвар Амарканов. Здравствуйте, Анвар Нацибекович. Здравствуйте. Прошел у нас чемпионат мира среди команд 4-го дивизиона. Поздравляю вас с победой, точнее не вас, а всех, и ребят, да, и команду, болельщиков, всех кыргызстанцев. Вообще,
эту неделю, наверное, праздник был в Бишкеке. Как так получилось, что вот нам дали именно провести первый чемпионат мира среди четвертого дивизиона? Ну, это же первый был, да? Да, это первый раз мы проводим чемпионат мира в Кыргызстане. Мне кажется, и по другим видам игровым не было чемпионата мира. А получить его право тоже непросто. Там же голосуют команды, голосуют страны. И каждый хочет забрать чемпионат себе. Ну, у нас так получилось, что мы убедили, что мы же два кубка вызова Азии проводили. И довольно-таки организованно. А мы ответили всем требованиям Международной федерации хоккея. И благо, что к чемпионату мира у нас прошла реконструкцию та арена старая, которая... И эта арена была уже точно, ну, отвечала всем стандартам Международной федерации хоккея. До этого приезжала комиссия, смотрела все это, и они одобрили, что можно здесь проводить этот чемпионат мира. Анвар Насыбекович, а я вот слышал такое мнение, что нам дали провести чемпионат мира, якобы это Международная федерация хоккея извинилась за инцидент 2019 года. Да, да. Ну, это тоже есть. Как бы мы, честно говоря, вы все знаете, когда мы в третьем дивизионе, за выход в третий, да, дивизион, играли с арабами в финале, и там по одному игроку был спор, и они подали жалобу, мы отстаивали. На самом деле, перед любым турниром, чтобы заявить команду, до этого за две недели система ГИДРА подается, игроки подаются, их проверяет Международная федерация. Потом, после того, как они одобряют, мы можем участвовать. В этот раз, когда мы в Эмираты ездили, нам одобрили всех игроков. Мы стали играть, вы все свидетели были. Мы дошли до финала, потом на финале говорят, нет, а ваш один игрок, оказывается, не подходит. Александр Титов. Титов, да. Ну как это не подходит, если мы... Надо было сразу на начале же турнира этого сказать. Мы тогда его бы убрали, мы и без Титова выиграли бы, да. А тут до финала дошли потом. Ну, Международная федерация мы тоже потом написали и отстаивали. И как бы это тоже сыграло роль, что, ну, как бы... в нашу пользу, да? Ну и все-таки в 2019 году, когда разбирательство закончилось, выяснили, что все было правильно. Конечно. Если бы не было правильно, нас бы лишили на два года всех турниров, нам бы штрафные какие-то санкции предъявили. Но этого всего не было же. Потом мы были правы, и это тоже как бы повлияло, что нам дали тоже провести этот чемпионат. И благо вы все видели, что мы на высоком уровне, на, можно сказать, на очень высоком уровне провели, несмотря на то, что это был четвертый дивизион. Я уже много лет езжу на чемпионаты мира и топовые, и других турниров. И я скажу, мы не хуже провели по организации, да, топовых турниров, топовых клубов, да, чемпионатов мира. И приезжал сам президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, первый вице-президент Петр Бриза. Ну, они приезжали по приглашению, значит, Айваза Марканова, который является вице-президентом Международной федерации хоккея, курирующий Азию, Океанию, по его приглашению. И они, когда были на открытии, через два дня уехали, оттуда уже были письма и звонки, что... Они были шокированы, что Кыргызстан, где мы не в топ-дивизионе, но так организовать. И сразу же Люк Тардиф нас как в пример привел всей азиатской, значит, семье хоккейной, да, что надо учиться у Кыргызстана, как проводить эти турниры. Но все-таки, наверное, у нас потенциал есть, потому что вот с обретением независимости... Даже еще, когда не были членами Международной федерации, мы выиграли азиатские игры в Алматы. Да, в Астане. В Астане, да. В Астане выиграли азиатские игры, потом нас приглашали участвовать в отборочном турнире к Олимпийским играм. Да, да, да. Да. Мы там тоже во втором, по-моему... Круги, да. Вышли. Ну, даже вышли в финал, да, но уступили. Да. Да, да, да. То есть потенциал, получается, есть. И еще можно отметить, что если раньше было достаточно много легионеров, то теперь у нас их... Ну, уже одна пятерка. Пятерка, да, 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 да. Это говорит о том, что... То идет рост развития хоккея. Если бы мы остались бы на том уровне, что там три пятерки легионеров, то можно было говорить, что нет, ребята у нас, да, то в этот раз кандидатов в сборную, когда отбирали, было 35 человек. Это уже говорит о том, что у нас есть ребята, с кого отбирать, да.
Если раньше, помните, в Астану мы первый раз, когда поехали, то я сам играл, когда мне 44 года было, потому что не было ребят, нас человек 6, наверное, было за 40. Мы играли. А сейчас уже там не то, что 40, 30-летних нету. Вот. Поэтому я говорю, это говорит, что уже есть кого отбирать, есть кому играть. То, что в начале 2010-2011 году была критика, там легионеров взяли, но хоккей весь держится на легионерах, и на сильных игроков, легионеров идет зритель, да, и наши ребята тянутся, наши хоккеисты, чтобы стать такими же, да. Я считаю, что мы выдержали в то время там определенную критику, но сейчас все поняли, что да, на тот момент это надо было. И сейчас, вы посмотрите, сейчас у нас, ну, в принципе, это легионер, это который играет с загранпаспортом в клубах. У нас натурализованные игроки, то есть они получили наше гражданство, это одна пятерка, вы видели, да? Остальные все наши ребята. Мы сейчас хотим раскрутить чемпионат Кыргызстана и туда клубы, чтобы привлекали легионеров, чтобы было интереснее, зрелищные игры, чтобы известные хоккеисты приезжали. Вот, я думаю, вот это будет правильно. Теперь немного вот для телезрителей технологию объясните. Сейчас мы выиграли 4-й дивизион. На следующий год мы играем в 3-м дивизионе в группе «Б». «Б», да. Далее что? Значит, в группе «Б» там, мы сейчас смотрели, идет ЮАР, идет Босния и Герцеговина, идет значит, Гонконг и Таиланд. Таиланд, да. И мы со всеми ими играли, вот. А, только ЮАР не играли. Со всеми играли, мы выигрывали эти команды. Я думаю, они, думаю, наши команды подъемные. То в группе А тоже мы играли с этими командами. Единственное, наверное, не играли мы с корейцем Северной Кореи. Там Северная Корея, Люксембург, Турция, Туркменистан, Эмираты. Да, пять команд. В принципе, тоже подъемные команды. Туркменистаном мы играли, вы знаете, на азиатских, в Японии. Но мы играли все время трое или четверо. Там судейство, честно говоря, было, желало быть лучшим. Да? Мы там, вы все видели, наша команда 40 минут мы играли втроем или вчетвером. И то там в одну-две шайбы мы проиграли. Поэтому мы вот жаждем этого реванша, чтобы сыграть с ними. Ну, я вот чуть-чуть тоже для телезрителей поясню. Если, даст Бог, мы выигрываем дивизион 3Б, мы выходим в 3А. Но это будет через год еще. Через год, да. Еще через год, если мы 3А выиграем через 2 года, получается, мы выходим в 2Б. Ну и так далее уже. Вот. Как в настоящее время у нас детским хоккеем, и уже, насколько я знаю, молодежи много, которые вот-вот на подходе к сборной. Ну, молодежка тоже у нас сейчас все в порядке, хорошая команда. Вы все знаете, мы готовились в Мексику в январе месяце, должны были поехать, там было 8 команд, должны были в 3-м дивизионе чемпионат мира играть, но там в связи с пандемией отменили Мексику, перенесли, не отменили. И мы договорились, вот команды, которые должны были туда ехать, которые рядом с нами, это Турция, Болгария, Босния, провести турнир, значит, в Турции. И вы знаете, мы в январе съездили и выиграли все команды, взяли золото. То есть мы поняли, что мы можем бороться там в Мексике за медали. Это тоже результат того, что у нас и молодежь подрастает. По детскому хоккею тоже, вы все знаете, какие турниры у нас проходят. Сюда два года назад или три года назад даже Америка приезжала играть, Америка, европейские команды. И наши дети тоже дают отпор, даже выигрывают команды европейские, американские. В одно время ездили в Чикаго. Вот, американцы не ожидали, но говорят, ладно, пусть поучатся у нас. Потом, когда наши выиграли, они начали звонить, говорят, слушай, Анвар, ты бы сказал, что у вас играют в хоккей? Потом они начали искать на карте, оказывается, многие американцы, Кыргызстан. Вот что за страна. И вот так, видите, уже узнают нашу страну через хоккей, через спорт. Это же очень здорово. Ну, еще хочу поздравить вас, что наша федерация хоккея
в лице Айваза Амарканова теперь представлена в Международной Федерации. Айваз стал самым молодым в истории в мире вице-президентом Международной Федерации Хоккея. Что это нам даст? Ну, это, конечно, если уже Кыргызстан узнают через него же, да, что он представитель Киргизии и Кыргызстана. Плюс некоторые вопросы, если мы раньше письма ждали там месяцами, там ответы, сейчас наш человек рядом, мы можем любые вопросы обратиться, да, то есть те же какие-то там семинары учебные, тренировочные для тренеров, там, для судей, ну, много таких вопросов, которые мы можем оперативно решать, да, оперативно. Но я еще раз хочу сказать, что он курирует не только Кыргызстан. Да, мы должны это правильно понять, что да. Он же не может только смотреть Киргизию. Это от нас зависит. Это мы должны к нему обращаться. Азия и Океания. Конечно. Он 27 или 30 стран курирует Азии. Плюс Австралия, Новую Зеландию. Поэтому он должен объективно ко всем относиться. Это мы понимаем. Но факт того, что он рядом и нам как бы... Свой представитель. Конечно, да, свой представитель и с нами будет более-менее уже считаться. Да? Вот. И плюс, я говорю, оперативность решений каких-то наших вопросов. Ну, будем надеяться, что на следующий год в третьем дивизионе мы тоже всех выиграем. Дай Бог. Я вот не люблю прогнозировать себя, спрашивать, какой прогноз, как вы в спорте. Вы тоже спортсмен, я тоже. И игры покажут подготовку, да. Правильно, да. Это, но все-таки будем надеяться. Конечно. Ну, цель надо ставить, конечно, да. Всегда надо высокую цель ставить. Почему бы и нет, нам надо цель ставить, что мы должны в первом дивизионе играть, да? Вот. Конечно, почему бы нет. Да. Когда большая цель стоит, в нее легче попасть. Ну, в принципе, в Казахстане есть как бы премьер-лига, высшая лига, но один клуб, Барыс, играет в континентальный. Да. Может, мы со временем тоже как-нибудь пробьемся. Ну, Тахир, все в деньги упирается. Да. Мы по своему карману, по возможности мы двигаемся, я думаю, в правильном направлении, и поэтапно мы правильно идем. Мы не выскакиваем там. То есть мы идем планомерно, потихоньку, я думаю, это правильно. С самого низшего начали, потихоньку надо двигаться вперед. И самое главное, что хоккей у нас все-таки любят. Конечно. Ну вот вы видели, я не знаю, последние годы, когда столько зрителей, честно говоря, наверное, в игровых видах. Ну, футбол, да, был футбол. Ну, это когда сборная тоже сборная играла, да. Так, чтобы вот вы видели там, даже счета были высокие, да, люди до конца хотели еще гола, еще дальше. Обычно же бывает там 10-15 уже там люди, ну, уже успокаиваются. Нет, до конца болели, еще хотели. Ну, это говорит, что кыргызстанцы любят хоккей. Ну и радует то, что не только как бы возраст и люди, которые еще помнят Харламова, там, Фетисова, Третьяка, но и молодые ребята приходили, и девчонки. То есть, по-моему, хоккей сплотил всех. Вот. Ну вот. Через, честно говоря, ну, Тахир, через спорт узнают страну, да, через сильную экономику, через президента, да. И хорошо, благо, что у нас этот праздник удался. Мы смогли для кыргызстанцев сделать праздник большой, да. Вот, как-то сплотили тоже кыргызстанцев, да. Ну, в мире тоже спорт должен сплачивать народы, нации. Он не должен быть политизированный спорт. Еще раз поздравляю всех нас с победой. Ну и в завершении разговора вот можете что-нибудь нашим телезрителям сказать. Ну, телезрителям всем спасибо огромное за поддержку нашей сборной. Трибуны были полные, и благодаря поддержке наших кыргызстанцев, зрителей, нашей команде удалось выиграть этот турнир. Всем я хочу пожелать здоровья, мира, добра. И занимайтесь спортом. У нас в гостях был президент Федерации хоккея с шайбой Кыргызской Республики Анвар Амарканов. Спасибо, что пришли. Удачи. Спасибо.
А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спортклуб – это не только спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни, но и большая дружная семья. Так, в Международный женский день, 8 марта, мужчины Карвин Спортклуба поздравили с праздником прекрасную половину этого замечательного фитнес-клуба. Первым сотрудником клуба поздравил учредитель группы компании Карвин Генрих Болян. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам быть здоровыми, быть счастливыми. Всегда гордиться, что вы являетесь частью вот этой большой, сильной, известной команды «Карвин». И самое главное, чтобы вы любили, а вас еще больше любили, чем вы любите. С праздником! Затем сотрудницам «Карвин-клуба» был продемонстрирован небольшой шуточный видеофильм, созданный усилиями мужчин. Ну а после видеофильма директор Карвин Спортклуба Самсон Болян поздравил своих сотрудниц песней, а помогли ему в этом наши замечательные музыканты и исполнители Адиль Чекилов и Октан Исабаев. Ну а завершилось поздравление подарками, танцами и праздничным столом. И новости спорта за прошедшую неделю дополнят наш выпуск. На базе спортивно-развлекательного центра «Сан-Сити» прошел Кубок Ассоциации города Бишкек по тхэквондо ВТ. Данное мероприятие проводится, чтобы повысить уровень мастерства наших учеников, занимающихся данным видом спорта. Всемирное тхэквондо, как известно, оно входит в состав олимпийских видов спорта и имеет более широкую аудиторию. В нынешних стартах приняли участие около 100 спортсменов. Это представители таких клубов, как «Сан-Сити», «Барстек», «Олимп», «Варанг», «Жалборс», «Дрим», «Актив» и другие. Также приехала команда из Иссык-Кульской области. Также еще хотелось бы отметить, что в настоящее время ассоциация тхэквондо ВТФ города Бишкек, именно хотел бы подчеркнуть, города Бишкек, проводится большой объем работы, так как это еще связано с тем, что основной костяк тех клубов, которые занимаются развитием тхэквондо, находится именно в городе Бишкек. Но также хочу подчеркнуть, что развитие данного вида не только осуществляется в городе Бишкек, но и во всех регионах нашей страны: Волжской, Джалабадской, Баткенской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской, а также в Чуйской области. Соревнования проходили в трех возрастных категориях среди детей, кадетов и юниоров. Из них будут выбираться более, скажем, подготовленные ребята, которые в будущем, мы надеемся, составят костяк нашей национальной сборной и будут представлять Кыргызстан на международной арене. Но в результате проведенного турнира Кубок Ассоциации тхэквондо в этой городе Бишкек выиграла команда клуба «Олимп». Trying to catch me out.
Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает? Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза. Зал IMAX и новый зал Dolby Atmos с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных.